Это опять тот Роберт? Слушайте, девушка из буфета. Можно мне ваш номер? Ты не сказала, где он учится? Кажется, он работает. Устрицы, живо! У него кошки, глаза приятные и морщинки. Потому что он старый. Он мне нравится. Так и обещал. Я не сказала, что собираюсь с ним спать, но вряд ли он будет против. О чем тут говорить? Он ужасно целуется. Послушай меня. Просто уходи. Эй, мы точно хотим этого? Это было худшее решение в моей жизни. Мне было хорошо сегодня. А тебе? Ну да. И какую позу он любит? Наездницу задом наперед? Кошки-то хоть прикольные? Я их не видела. Ой-ой. Зачем он соврал про кошек? Может, чтобы показаться безобидным? И не опасным? Он что-то скрывает. I'm the monster in your mind. Нужно кое-кого отвадить. Напугали. Страх — это твой выбор. Меня совсем не удивляет, что такие красотки хотят защитить себя. Кельвин, это худший момент для подката. Да что с тобой такое? Ты манипулировала мной! Просто назвал шлюхой? Если ты хочешь сойтись с мужчиной и не быть одинокой до конца своих дней, смирись с небольшим дискомфортом. Одному из нас не жить. Кошки-мышки. В кинотеатрах с 26 октября.